сегодня поспел, поколотил, нарастил, поспилил корешки, лодочка нарисовалась. Сейчас она в длину будет сильно казаться на камере сходу. Ну, есть такой эффект, сколько раз залечал, и на фотографии также получается. Хотел обратить внимание, сейчас от солнца с той стороны лучше зайду. Бывало, мужики спрашивали, почему борта не с целиковой доски. Вот представьте, какой баланище надо завалить и вытащить, чтобы с целиковой доски сделать такой борт. Я еще не представляю. У нас раньше дядя Вова Шумил был, медвежатник старый. Вот ему с Печоры привозили. Он делал борта здоровые. Ну, может, какие-то не выходили. Ну, прямо с одной доски, дык, все. Но оно мне-то тоже намного удобнее с одной доски делать. Мне намного меньше работы. Сейчас мне еще здесь нащельник надо сделать. А так бы я с целиковой хлоп, и все. Намного быстрее бы все дело было. Так что вот так вот. Маленькая история. Лодочка готова практически. Ну, работы еще много на ней. Нос. Зашлифовать это все. Полировать сиденье, вставить тоже. Денечек. Туда-сюда. Как покраска. Перевернуть и снизу все сносить. Сейчас вот хочу отсюда снять. Что-то я зашел, присел. Борта еще висят. Так вот. Какой катер прет. Баркас. Ну ладно, до встречи. Набил я нащельник, парни. Уже темновато. Носик тут ставы же сделал. Потом планирую вот так вот снести его. Доска усохла, щель большая появилась. Не знаю. Ну это здесь воды нету. Ничего страшного, но все равно. Неприятно. Подшлифовал. Завтра сидушкой займусь. Суденышко уже все жесткое. Жесткое. Чувствуется. Так что все впереди. Вот это, думаю, снесу. Здесь как на той лодке в том году делал. Аккуратнее будет. Вот как-то так продолжается работа. Идет процесс. Начал я устанавливать сиденье. Делаю я так вот. Здесь как бы карманчика делаю. Небольшого. Вот. Здесь у меня основное сиденье пойдет. Карманчик, как бы перчатки туда положить. Ну, что там, мало ли. Гаечку, болтик, чего угодно. Чтобы оно не это. Не скатывалось все время под зад. То, что там сильный бардачок. Креплю я вот так вот. С этой стороны. С той стороны засверливаюсь, размечаю, подгоняю. Высверливаюсь под прямым углом. Отсюда уже забиваю гвозди. Потом две планочки сажаю по бокам. Сделал я. Сажаю их на стяжки мебельные. Межсекционные. Вот так вот. А потом уже набираю. Здесь я ничего снимаю уже после того, как установил сиденье, чтобы показать красивый рисунок. Ну, чтобы уже смотреть, как выйдет максимально. Этот бортик красиво. Ну, по мере продвижения работ я вам буду показывать. Буду снимать. Я пока продолжу. Поставил, парни, сиденье. Вот так вот выглядит сверху. Это как шестигранничек получился, красиво смотрится. Эти две дощечки я не креплю до конца. После покраски. Думаю, их вообще просто лаком покрыть. Пусть контраст будет. Я их делаю толще с доски, специально для них вот.
на своей своем приспособлении пильнул это потолще одну доску. Вот сейчас первый раз залез на лодку, сижу в ней. Нормально. Так-то удобно все. Все как обычно. Все красиво. Сейчас займусь носиком. Носик у нас серьезный. Оп, рыбки не видать. Пока не видать. Ну что я вам могу сказать? Борта чувствуются вот как бы по привычке, что они выше. Так, в принципе, лодка обычная. Ну как я делаю. Так что такие вот пироги. Не знаю, сегодня может клеймить буду. Посмотрим. Подготовил я вот носик. Сейчас вот это вот клеечком промазываю. Снутри отсюда саморезики вгоняю. И занимаюсь сзади вот красиво делать буду. А это пусть пока сохнет. Потом это все, когда высохнет, я уже доведу до ума. Вот так вот. Дело-то идет, идет. Лодочку, думаю, Бог даст. А что? В принципе, только там немножко осталось. Завтра пацаны придут, перевернем ее. Содрать, готовить покраски. Правда, тут еще после переворота надо вот сюда побышечку вставлять. Ну, здесь еще та работенка. Так, да, только снасти, форму придать, готовить покраски. И девка на выдане. Собрался обрабатывать, а у меня тут вон гость. Я на него дую, он даже не уходит. Первый раз вижу такого здорового. Паучища. Наглый, как танк, блядь. Мне надо здесь пилить, пошлифовать. Ладно, подождем, у меня есть пока там работа. Вот такой вот случай. О, скуксился. Ладно, сиди пока. Есть у меня еще работа. Ну вот, задок я закончил. Облюбовали. Гладили. Носик тоже. Там немножко сверху осталось. Сейчас сохнет. Здесь я уже снес. Это уже все гладенько. Красивенько. Все как учили. Все нормально. Процесс идет. Сейчас здесь надо фанерочку наложить. Фанерочку он вынес. Это место подготовлю, приделаю, и все. Можно откручивать и переворачивать. Процесс идет. Вот такой вот носик получился, парни. Впрочем, все как обычно. Круче у нас только яйца. Я еще немножко клейком с щелочки прошел. Лишь бы не было дождя до покраски. Фанерка это безрезовая. Дерево я сюда не прибиваю, потому что бесполезно. Оно или расколется, или такая бабыха будет, некрасиво. Фанерку, если хорошо все лаком пропитать, торцов все держится намного лучше. В общем, лодка уже состоялась. Завтра пацанов собираю, чтобы перевернуть ее. И все. Лишнее сносить и красить. Хотя крепеж еще надо. Что-то я про него забыл. Тоже еще одна проблемка. Думаю, с этим разберемся. Петрушечка мне нравится. Нарисовался.
шестигранничка вот эта. Красиво. Подходить, садиться. Раннее утро. С этой стороны хочу показать с рассветом. Судно. Немножко им осталось стоять. Перевернем, обработаем, покрасим. Ребятам звоночек. Приехали, забрали. Красиво, мне нравится. Человек вчера приходил тоже. Ходил вокруг, крутился, смотрел. Красивая, говорит. Я тоже считаю, что красивая. Ну, роса влажненькая. Роса была, значит, дождичка не будет. По народным-то приметам. Сейчас ты не поймешь, как они примет. Сейчас возьмусь за эту лодочку, пока пацаны не пришли, не перевернули мы ее. Сюда надо еще нащельники приготовить. Этот уже разметил. Сейчас. Пропилить. Сделать два нащельника. Борта проколачивать. Ну, то же самое все. Корешки вставлять. Там я один файл на той лодке потерял, где корешки вставлял. Я его не найду в компе. Был, все, пропал. Получилось, что я не показал, как корешки вставляются. Покажу на этой лодке. Вот сегодня у нас такой денек. Тут будем и обедать. Лодочка подходит к концу. Вон у меня сынуль ее срубает лишнее. Все убирает. Перевернули ее, сейчас парни приходили. Эту же снимать не стал, переворот, потому что не все любят сниматься. Подходит к концу. И только в носу мне еще бабушечку сделать. Но я сейчас, чтобы не мешаться друг другу, пока этой лодкой займусь. Буду гвоздики пробивать, подготавливать корешки. Также все поэтапно. И кушать, обедать здесь. Вот у меня тут пропанчик. Приобрел в этом году. Плита. Супер. Осталось только здесь домик поставить. И будем жить. Смотрите дальше. Смотрите в следующем видео. Подготовка перед покраской. Доделка носика. Снятие лишнего. Придатие формы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи, друзья!